лучшее ваше выступление за все туры нашего конкурса. Мне все колбасит. Я получила такой кайф. Щасливі звісті. Зараз буде радіти ще один учасник. Це Анна Охридька. Когда меня назвали второй, я поняла, что я из своей категории ухожу первая. Это было впервые. Обычно я всегда остаюсь до последнего. Это мясорубка, оно так и есть. То есть. Здесь выживает не физически сильный человек, а психологически сильный человек. Она победила свой собственный страх. Страх быть в вечной такой позиции проигравшего. Зараз вам потрібно ще раз довести. На цій сцені ви є не просто так. Останусь снігом на щіке. Без тебе. Аня, я вітаю тебе, ти залишайся з нами. Вона здійснила цю важливу перемогу над собою. І це достойне уваження. Я всегда восторгаюсь такими женщинами. Она хорошо поет. Еще она очень красивая. Від секретарки до героини одни из найпопулярнейших программ «Країна». Дуже велика драбина. Так що вона молодець. Тут дело не в том, чтобы кому-то что-то доказать. Докажи это самому себе. Все, этого будет достаточно. У нее сложное задание. На мой взгляд, одно из сложнейших заданий в этом эфире. Она будет чуть другая, более живая. Она будет очень яркой. Она будет качать. Мяснее. Ну, чтобы мясо было. Они... Ла-да-да-да. Многие люди помнят этот фильм и помнят, в каком исполнении там была эта композиция исполнена. И что сейчас будут делать, я не знаю. Ань, вот я часто советую в это время подтопать. Я в шоке. Я просто в шоке. Мне бы очень хотелось, чтобы Аня была энергичной, напористой. Чтобы не вот так вот счастье, тыкать. Я буду счастлива. Я верю в это. Складывать руки нельзя. Вот сложил и все, ты идешь по наклонной вниз. Тут надо закатить рукава и толкать этот камень наверх. Анна Охридька. Он сияет, маня, там есть все.
Анна Охрицька на сцене шоу «Х-фактор». Аню, ми бачили тебе дуже різною, роз'ятреною розпачливим болем, сповненою невимовним щастям. Та навряд чи хтось сперечатиметься зі мною у тому, що найбільш проникливою, душевною і справжньою ти була саме зараз. Я слухала тебе і думала, ну хоч би ця тендітна дівчина забула, що таке світ без кохання. Сергію, а ви про що думали? В некотором роде удивлен таким решением этой знаменитой композиции. В такой аранжировке, в такой версии Аня спела прекрасно. Она спела наполненно, полнозвучно, полнокровно. Но такое ощущение было, как будто она пела акапелла, как будто там не было инструментального сопровождения. Эта аранжировка совершенно не соответствовала вот тому напору эмоциональному, вокальному и внутреннему тому посылу, который давала Аня в голосе, в пении. За этим голосом должен устремляться оркестр. А здесь что-то невнятное такое гудело, какой-то гул. Мы в следующий раз попробуем с оркестром. Какой-то гул и что-то такое, понимаете, совсем не то. И виолончель, не виолончель, что-то это все не прозвучало совершенно. Только вот Анин голос. Я видел только Аню, ее руки, кстати, довольно красивые, хорошая жестикуляция, пластика, да, птица без крыла, это было, была вот эта птица без крыла. И вот как будто как мало чего-то. И, ну, тут совершенно очевидно, что певица перекрыла, закрыла своим голосом инструментальное сопровождение. А такого быть все-таки не должно. Дякую. Но то, что может быть, это если уважаемые телезрители сегодня вечером проголосуют именно за Анин голос, а не за инструментальное сопровождение. Голосуйте за Анну Охрицьку, а не за виолончель. Я думала, что спершу скажи Игорь все-таки. Игорь. Ну, я, знову ж таки, погоджуюсь с Сергеем Васильевичем, соседом, что можно было нежніше спевать. Что с вами такое сегодня? Перше слово «мир», а мы с ним «мирову» подписали. Особливо перше слово в першому приспіві «мир». Там так якось різко ти пішла, а в цілому було непогано. І я хочу звернути увагу глядачів, що Аня Охрицька з кожним ефіром, на мій погляд, все більше і більше розкривається. От ти була на початку в перших програмах така залякана, ну нереально. Зараз ти посміхаєшся, ти відчуваєш впевненість, і я думаю, що це тобі грає лише в плюс. Ой, спасибо. Ігорю, ти б себе згадав у перших програмах. Дякую. Якого року? В яких програмах? Серега, ну що, ти вже дещо сказав, я думаю, що Ані буде приємно, якщо ти її підтримаєш. А ви мірову з сусідами підписали, Ірина? Аня, ну что здесь говорить? Да ты же главная певица сегодня в этом зале. Посмотри, даже от елки осталось пустое место. 25+. Вместо плазмы мы смотрели аквариум. Дякую. Ще разу дивлюся на те, з яким запалом Серега захищає своїх, з яким завзяттям їх оберігає. І по-доброму заздрю, з таким наставником можна нічого не боятися. Нічого, окрім перспективи закінчити свою участь у «Х-факторі» вже сьогодні ввечері. Адже це єдине, від чого Серега, як і решта суддів, вберегти своїх підопічних не в змозі. А от вам це по силах. Тож, якщо ви вболіваєте за Аню, якщо не хочете, аби вона дочасно попрощалася з цією сценою, обов'язково голосуйте за неї за телефоном 0900 102 009 та надсилайте смс з кодом 09.